очень мой всеный вообще. И автор, и исполнитель, с которой сейчас немножко мы будем работать, будем писать эти альбом. И эта песня переделана, скажем так, она написала ее для своего мужчины. То есть все, кто там, кто-то выложил в интернете, там на ютубе слова Аркадия Кобякова. Ну, я бы сказал, да, мои слова, то есть я перерезал текст, то есть все позволения, и поэтому сейчас исполню эту песню, которая называется «Ты половинка души». Спасибо.